Чувашию поздравили и коллеги великого космонавта Алексей Овчинин и Александр Скворцов прямо с околоземной орбиты. Дорогие жители Чувашской республики, сегодня в России особый день. 90 лет назад, 5 сентября, родился будущий космонавт Андриан Николаев. Ваш выдающийся земляк стал гордостью всей страны и оповестил всему миру о трудолюбивом чувашском народе. В космонавтике имя Андриана Григорьевича вписано золотыми буквами под номером 3. Нелегко было первым космонавтом покорять космические просторы Вселенной. Но именно первые герои космоса вывели весь мир на новый уровень развития. И мы сегодня, находясь на орбите, чувствуем поддержку наших коллег, которые оставили нам огромный опыт и новые знания в науке и технике. Мы знаем, что Чувашская республика – стабильно развивающийся регион. Успешно решаются задачи в наиболее важных для людей сферах – культуре, здравоохранении, образовании и науке. Любовь к родному краю является залогом успешного развития вашей республики. Уверены, что это позволит достичь еще больших успехов, чтобы достойно встретить в 2020 году столетие образования Чувашии. Пусть крепнет Чувашия, приумножается состояние ее жителей. От души поздравляем с праздником, желаем всем здоровья, мира, оптимизма и согласия во имя процветания нашей общей родины – России. Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов.